Слова надо подбирать. Губернатор Челябинской области принял отставку своего заместителя Ивана Синичева, который, я напомню, позволил себе нецензурные высказывания и неуважительные отзывы о родном регионе. Аудиозапись телефонного разговора Синичева попала в интернет. Эти машины, на которые сегодня стоят, они ему нужны на зимний период передвигаться по нашей области, потому что продали вертолет. Не хочу углубляться ни в вашу структуру, ничего, ни на каких вы машинах ездите, ни какие брюлики покупаете. Есть маржа, нет маржа, мне пух. В том же разговоре он пригрозил закрыть местный ЧОП, если в распоряжение области не будут переданы два дорогих автомобиля. Примерно за месяц до этого Синичев инициировал расторжение госконтракта с охранным предприятием. На сайте областного правительства отмечается, что трудовой договор расторгнут по инициативе работника. Более двух недель назад в СМИ появились слухи о том, что Иван Синичев написал заявление об уходе по собственному желанию. Причины такого решения не сообщались.